В Чувашии выявили второй случай заражения коронавирусом. По предварительным данным Минздрава республики, женщина приехала из Москвы на автобусе. В столице она находилась на карантине. Не дождавшись результатов анализов, женщина самовольно покинула город. Уже в Чувашии ей сообщили о положительном тесте на коронавирус. Сейчас женщина госпитализирована в боксированную палату инфекционного стационара БСМП. Гражданка. Зарегистрирована в городе Нижневартовск. Проживала и работала в городе Москва. Заболела она 24 марта. Вызывала скорую в городе Москва, где взяты были анализы. И не дождавшись анализа, прибыла в город Чебоксары. Сегодня утром, 2 апреля. Сразу поступил звонок с Москвы о том, что у нее положительный результат на коронавирус. Она вызвала скорую медицинскую помощь. С соблюдением всех протоколов она была госпитализирована в инфекционное отделение БСМП. Ситуация под контролем, пациентка чувствует себя прекрасно, но по данному факту о нарушении режима изоляции разбирается сейчас полиция с выявлением возможного круга контактировать с ней лиц. В отношении нее сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела производства.